С начала года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 545,1 тысяч семей на общую сумму 239 миллиардов тенге. В том числе за июль данный вид пособия получили 541,4 тысяч на общую сумму 33,8 миллиардов тенге. На данное государственное пособие могут претендовать родители, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Необходимо отметить, что с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 8,5%.